Актовый зал Брестского государственного университета имени Пушкина на один день превратился в настоящую творческую лабораторию. Здесь, в рамках традиционного университетского фестиваля «Арт-сессия», смешивая различные виды и жанры искусства, творили настоящее вокально-театрально-танцевальное волшебство первокурсники. Наш номер объединились две группы – 108 и 109. Мы решили сделать номер в стиле, знаете, такого клуба, как в Америке во времена сухого закона. Мы решили сделать, как будто к нам приехал гость Рэй Чарльз, он исполняет свою песню. Там на заднем плане кто-то танцует. В общем, развлекаются, как в обычном клубе в Америке когда-то делали. Милана Покаместова, студентка первого курса факультета иностранных языков, принять участие в конкурсе решила, не сомневаясь ни минуты. И это неудивительно. Юная поэтесса с 10 лет пишет стихотворения и всегда рада поделиться своим творчеством с окружающими. Главная тема ее произведений – любовь, а главный персонаж – мама. Самому близкому в жизни девушки человеку и посвящено большинство творений. Тема у меня немного, у меня две темы. Это любовь, основная тема, которая сейчас затронута молодежью, и также про маму пишу, потому что это самый родной человек в моей жизни, она много для меня сделала, поэтому если какой-то праздник, день рождения, 8 марта, День матери, это не обходится без определенного стихотворения очередного. Фестиваль «Арт-сессия» уже давно стал традиционным. Девиз форума «Открой секрет успешного студента» полностью отражает его суть. В рамках мероприятия первокурсники имеют уникальную возможность, что называется, себя показать и на других посмотреть, познакомиться с творческой стороной студенчества. А организаторы конкурса отмечают, что подобный форум – настоящая кузница талантов. Именно здесь часто рождаются будущие университетские звездочки. Изначально проходит конкурс на факультетах. Факультеты сами решают, каких ребят они делегируют на университетский уровень. Позже, вот сейчас мы жюри рассматриваем представителей от каждого факультета, а 17 ноября у нас состоится финальный тур университетский, где мы наградим, отметим лучших артистов нашего университета, и это будет финал. Финальный, третий этап, где определятся победители университетского масштаба, еще впереди. Но уже сегодня можно смело говорить о том, что творческие баталии будут по-спортивному азартными и жаркими. А потому 17 ноября, в день X для талантливой молодежи вуза, скучать не придется ни самим артистам, ни зрителям, ни жюри.